вот еще один водопад тоже, видите, вот он чуть правее находится того американского, который канадский совсем. Чтобы было понятно, кто где. Вот это тот. Вон мост. Из Америки, Канада. Вот еще один водопадик вон там. Ориентируй, вот эта башенка, машинки, пешеходики веселые. Сейчас посмотрим, там подойдем поближе. Здесь еще более замечательный вид открывается. Хорошая площадочка. Ниагарский, хрен знает, оба хороши. Это съемка с канадской стороны, вон в той стране Америка. Вот такая красотища. Сняла все, Мариша? На iPad сняла? Этого нет? Ну что, знаете, был прорабис обалденный. Вот такая красота канадская. Да, Катюха? Надоели водопады уже, да? Пойдем дальше? Катюха, ты куда лезешь, куда нельзя, ты чего? Там вон как страшно, ты что, Катюша? Ух, вон как высоко. Катя в Канаде. Катя в Канаде? Катюха. Где мама у нас? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Большой водопадик, маленькая Катюха. Куда пошла? Забыла про маму, про папу вообще. Я в Канаде, все, мечта сбылась. Да, Катюха? Вот нормально. Полчаса назад в Америке, сегодня в Канаде. Ну, дети живут. Видеть. Мы-то о ком даже не мечтали. Катя, стой, пойдешь сейчас уже. Опять как вчера будет. Вот так Катя ушла вообще. Нет, вернуться решила, видела тетю. Тетя улыбается и машет ручкой. И Катя тоже всем улыбается. И машет ручкой, да, Катюш? Здравствуйте все, привет! Привет, привет всем! Привет всем, машет Катя ручкой. Катя, пальчики вкусненькие, да? Ой, какие вкусные пальчики! Катя решила потанцевать. Да? Отлично. Ала-ла-ла-ла-ла.
листочки падают. Все-таки середина сентября.